Для создания равных условий на потребительском рынке Анапы администрация города-курорта проводит ежедневные рейды по пресечению нелегальных торговых точек. Очаги несанкционированной торговли располагаются в основном на прилегающих к рынкам территориях и на оживленных участках улиц. Торгуют непродовольственными товарами и продуктами, в том числе скоропортящимися. При этом часто не соблюдают нормы хранения и продажи продуктов. При выявлении таких объектов на предпринимателей составляют протоколы о правонарушениях, выписывают штрафы от 2 до 50 тысяч рублей. Мы столкнулись с таким явлением, когда недобросовестные предприниматели самовольно устанавливают нестационарные торговые объекты и говорят о том, что органы местного самоуправления должны обращаться в суд и в судебном порядке требовать сноса этих объектов. А пока судебная тяжба будет длиться, они будут осуществлять свою противоправную деятельность. Администрация города пошла другим путем. Мы наметили для себя план мероприятий для того, чтобы пресечь такие действия. Борьба со стихийными торговыми точками ведется активно. Одновременно в Анапе работают 20 контролирующих групп, защищают право потребителей на качественные товары и действуют в интересах законопослушных предпринимателей, уничтожая нездоровую конкуренцию. Светлана Авилова, Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа регион.